Общественный патруль организован в столичном общественном транспорте. В работе группы принимают участие представители городского комитета по спорту и делам молодежи, администрация города совместно с волонтерами. Активисты проводят с пассажирами разъяснительную работу, напоминая о правилах сохранения здоровья в период пандемии. Раздают медицинские маски и листовки. На остановках подходим маршрутки. Напоминаем жителям, что ношение масок в общественном транспорте обязательно. У кого нет масок, мы им раздаем и также информируем о важности вакцинации, раздаем листовки информационные, в которых написаны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у наших горожан. Параллельно в Махачкале продолжают отмывать и дезинфицировать улицы специалисты МБУ. Махачкала-1 обработали центральные проспекты столицы. С особой тщательностью, с привлечением специализированной техники, дезинфицировали и улочки, прилегающие к рынку номер 2.